Всем привет, мои дорогие! С вами Кононова Аня, проект Фудерлик Онлайн. И в этом видео я сделаю на скорую руку для вас обзор. Почему? Потому что мы в джобе, потому что Викуся сдалась и температурит из-за акклиматизации, сейчас сидит с бабушкой. В общем, много-много всего. Это заказ, который мы заказали в джугу для того, чтобы тут жить месяц. Да? То есть это на месяц, на четверых на нас. Конечно, не очень красивый обзор, но лучше так, чем никак, я считаю. Согласны со мной? Так, ну, во-первых, конечно же, мочалочки. Как раз на месяц мы тут их и оставим. Это мочалки с кусочками мыла, но оно такое мыло не домыло, если честно. Я просто ее заказала как мочалку. Артикул 910-112. Далее мы заказали парочку ланчбоксов. Знаете почему? Потому что Вике с собой брать кушать удобно, с собой еду в номер таскать удобно. В общем, удобно все. Это абсолютная новинка. Его ни разу еще не было на моем канале, поэтому давайте прям распаковывать. Значит, вот на него аннотация. Артикул 910-242. Так, высота 13,8, диаметр 13,5. В общем-то, все. Больше никакой материал. PPPC. Вот, вилка, ложка в комплекте. Коллекция Lovely Moments. Так, сейчас с вами посмотрим его. Так, вот такие вот ланчбоксики. Так вот, ну да, так-то в принципе. Так вот он берется, носится. Тут вилка, ложка. Тут еще одна вилка, ложка. Ну, такие вот классные, легкие. И в поезде, очень удобно в поезде. Крошить салатики там, не знаю. И все такое прочее. Так, интересно, какая тут закрывашка. Не могу разобрать. А, тут вот еще вот так вот, видите, надо угадать. Вот в этом вот месте. Надо угадать, чтобы оно ровно на этом месте было. Вилка, ложка, вообще огонь. Да, не знала, что так можно сделать. Если честно, не видела таких ни разу. А верх очень даже герметичный, мне кажется, может и нет. Так, вот это что такое, я так и не поняла. А это, наверное, чтобы пар выходил, да, то есть можно поднять, а можно закрыть, чтобы пар не выходил. Ну, в общем-то, удобно, да, то есть вот тут в номере посуды нет, поэтому 4 тарелочки я заказала. Ну, потому что так надо. Далее, конечно же, тюрбан для сушки волос мне очень нравится, потому что к фену, даже к нашему, от компании Фаберлик, я прибегаю крайне редко. И фен я с собой не взяла, потому что тут в номерах всегда есть фены. Мы в отеле Вилла Солнца в Джубке. Светленький такой, хорошенький, аккуратненький, чистенький отельчик. Значит, и тут проходит наш интенсив с Викой, в кавычках, да, мы лежим, а интенсив сегодня первый день начался. Значит, этот тюрбан, он действительно помогает волосы быстро высушить, и ходить в нем очень удобно. Я с утра, например, сходила в душ, надела его и пошла вниз на завтрак. Никто не снял, очень удобно. Артикул 117-19. Далее, конечно же, салфеточки для интимной гигиены, мы их сложим в туалет, также на обратную дорожку, тут все прочее. Далее нож. Конечно же, у нас ножа нет. Я знаю, что наши ножи, они идут с чехлом. Вот, что они супер-мега острые. Но это, скорее всего, минус, чем плюс. Они острые до безумия. Ими легко порезаться. Поэтому я заказала такой вот маленький ножичек. Аккуратненький. И как раз-таки из-за того, что он с чехлом. Вот только ради чехла я заказала, потому что это действительно удобно. Значит, это у нас нож для овощей, что-то покрошить в номере. Артикул 910-003. Материал лезвие нержавеющая сталь, рукоятка дерево пакка. Чехол полипропилен. В общем, удобно. Да, положили, и вы тут не порежетесь. Вот тут вот где торчит немножко, оно уже не остренько. Ножи безумно классные, безумно удобные. И, честно, стыдно признаться, но этот нож у меня впервые вообще в моих заказах, потому что предыдущие ножи мы не израсходовали. До сих пор точим их, и нормально у нас все хорошо с ними. Поэтому зачем новое, если с теми все хорошо. Далее, артикул 910-201. Это рукавичка для умывания. 80 полиэстер, 20 полиамид. Тоже впервые на моем YouTube-канале. Я такой не знаю, я такой не видела. Но мне она уже очень-очень нравится.
очень сильно-сильно такая, знаете, плюшая, такая мягкая-мягкая, хорошенькая. Можно ее повесить, да, чтобы она не пересыхала ничего, если будет возможность такая. В общем-то, отлично. Особенно удобно смывать какие-нибудь глиняные маски. Угу. Конечно же, прокладки ночные. Пару пачек я взяла. Так, артикул 112.95, 7 штучек. Вот мы когда в поезде двое суток едем, очень удобно, девочки, очень удобно ездить с ними, да, даже если нету критических дней, очень удобно, потому что, ну, там особо негде сходить в душ, душ там общий, в общем, ну, не комфортно мне, а тут всегда чистота, да, то есть в любое время сходили, поменяли, салфеточки для влажной гигиены есть, и все великолепно, и чистота тела, в принципе, штука мега важная. Далее, пришло такое вот зеркало настольное двухстороннее. У нас есть еще белые, но я заказала это, заказывала два, одно себе, другой маме, чтобы мы туда-сюда не таскали. Но чего-то произошло так, что... Да, ну, такое вот обычное-обычное зеркальце. Да, протрем и можно-можно пользоваться. И далее у нас, конечно же, идут кофты. Это новая коллекция Бурматикова. Я для нее сделаю отдельный обзор. Скорее всего, завтра буду все это дело делать. Сегодня мы дежурим за Викой, поэтому мама меня ненадолго отпустила. Так, значит, раз кофта, два кофта. Мы будем с мамой решать, что мы хотим. Три кофта, да, четыре кофта. Ой, обалденные, обалденные цвета. Вот этот цвет мне безумно нравится. В одной я уже походила. Сейчас ставлю для вас вставочку. В одной я уже была и болтала, и хвасталась в Инстаграме. Кстати, кто подписан на мой Инстаграм, отпишитесь мне, пожалуйста. Кто не подписан, а если вы развернете аннотацию под этим видео, то вы увидите ссылочку на мой Инстаграм. Так, значит, тут у нас получается трикотажные обтягивающие брюки. Раз, обтягивающие брюки. Два. Так, трикотажные обтягивающие брюки. Три. Вот такая первая коробочка. Сейчас еще три будет. Так, следующая коробочка. Да, где только мы не пропадали. В походных условиях. Обзор обязательно снимем. Почему бы и нет? Согласны со мной? Работать можно везде, при любых условиях. Итак, значит, что я тут хочу вам показать? Что я тут? Что это? Ух ты! А, это кофе. Да, это кофе у нас идет. Вот такое. Да, видите, как плотненько упаковали. Это мой любимый кофе растворимый, молотый. Легкая бодрость получается, добрый день. Растворимый с перемешкой с молотым. Очень вкусный кофе, очень классный кофе. Кстати, так давно его не пила, надо еще попить. Артикул 16.049, просто обалденная штучка. Далее еще одна губка, мочалка с кусочками мыла, не губка, извиняюсь. Тут идет черничный капкейк, артикул 910-110, очень удобно. Далее тут наверняка коктейли Wellness. Ну да, коктейли Wellness, мы взяли с собой один ванильный. Вот если честно, ванильный мне не очень нравится. Почему? Потому что он такой, знаете, обычный, сладкий, нейтральный вкус. Я, конечно, больше люблю клубничку. Ну, или вперемешку, когда у меня наводит на ночь, мы их пьем на ночь, Антон у меня уже 20 килограмм скинул, я скинула только 6 килограмм, ребята. Ну, не могу я больше скинуть, но я этим вопросом пока не занимаюсь, понимаете, и просто поддерживаю вес, вес поддерживается отлично. Хоть я и не похудела за последний месяц, я скинула всего лишь килограмм, вот, но я перестала набирать. Все вы знаете, что вот даже кто вот несколько лет назад посмотрит мои предыдущие обзоры, у меня был размер 46, и я доросла до 52 размера, испугалась, особенно выстрел был в пандемию, когда мы перестали двигаться, перестали ездить, а вы знаете мою нагрузку, я очень много ездила по бизнесу, по курортам и так далее. Конечно, я испугалась очень сильно. И вот как раз вот эти вот коктейли Wellness, потом, значит, Гидрейн, Лисвит, Метап, Калорий Блок мне помогли. Далее тряпочка обязательно стирать со стола. Я ее тоже выкину, тут оставлю через месяц. Артикул 115-24. Штучка красится обязательно дорожная, потому что я забыла косметичку дома, ребята. Я забыла косметичку дома, и все, что я с собой домой собрала, у меня ничего этого нет. Мыть посуду, губка, она вообще прикольная. Она идет с антибактериальным эффектом, одна сторона такая очень-очень жесткая,
а другая очень-очень мягкая, очень удобно, особенно когда кружку моете рукой, да, в номере, то ногти не позволяют это сделать. Или ногти обдерутся, да, в итоге, но кружка не помоется, или надо вот так вот долго-долго скрести, поэтому вот так. Далее пятновыводитель, куда же без него, стираем в номере, половину в машине, половину в номере, но вот сколько мы сдавали стирок, вещи возвращают с пятнами и так далее, просто постиранные, поэтому мы уж решили в номере постирать. А с этим средством попросили, они сказали, нет, у нас свое, мы не дадим в нашу машину чужое средство, ну в общем поняли, приходится перестирывать в номере. Артикул 327, 500 грамм, отличный пятновыводитель, гель для душа, как же без него, пока не пришел этот заказ, мы мылись Викиным гелем для подмывания 0+, все вчетвером, и весь гель практически уже закончился. 400 миллилитров, 25-47, мой любимый аромат, вишневый цвет и хлопок, обалденный, кожа не сушит, ничего, в общем, здорово. Далее тушь, эта тушь водостойкая, с артикулом 52-69, вот такая вот красоточка. Очень хорошо сидит на ресничках. Если первый слой, помните, я на него снимала обзор, мне показалось, что она без объема, то уже, когда я ей воспользовалась второй, третий, четвертый раз, она раскрасилась и объем начала давать. Поэтому прям мой фаворит. На лето, да и на зиму. Так, далее, опять-таки, гель для душа, молочные протеины с алоэ вера и молочными протеинами. Очень приятный аромат, легкий, нежный, я такие обожаю. Артикул 86-59. Биогель для стирки 3 в 1, мы просто замачиваем и все, и проблем нету. Артикул 10-900. Такой заказали. Конечно же, Викуськи настирать. Бывает, что мы ночью уплываем, до утра уж не храним ничего, ночью так и застирываем. Ну, уплываем, в смысле, писем. Артикул 115-15, но это ввиду особенности именно нашего развития. У нас такое бывает. Салфетки. Вот у нас за двое суток в поезде ушло 1,5 пачки таких вот салфеток. Поэтому они тоже будут не лишние. Получается артикул 17,98. Их тут 50 штук в упаковочке. Они большие. Салфетки от пятен. Уже я вам показывала в сторис, как мы спасли Викины леггинсы от фломастера. Буквально, да, она нарисовала, сразу стерли и все, и проблем никаких не было. Дальше, значит, так. Это маска для волос. Я считаю, что масок должно быть много. Так, значит, артикул 83-63. Эта маска делает волосы рассыпчатыми, блестящими, напитанными. В общем, нормально. Далее, конечно же, шампунь-бальзам. Пара штучек на месяц для Викуськи. Все-таки мы надеемся, что мы будем купаться. И после каждого купания нужно смывать, получается, запах моря, саму соль с волос, да, ребенка и так далее. Значит, это идет 2 в 1, шампунь-бальзам. Вот, аромат тут не свежей малинки, да, как тут указано, а, скорее всего, тут идет аромат какого-то малинового варенья с косточками, я бы так выразилась. Артикул 26,90, сильный аромат, яркий аромат очень. Дальше тушь, это тушь мамия, глаза должны быть разными, всегда у всех, такого быть не должно. Кисточка, карандаш для бровей, вот я заказала, кстати, карандаш для бровей, вообще штука классная. Это кисточка для консилера, но я ей пользуюсь как угодно, не только для консилера, она такая, знаете, упругая, приятная, мне нравится. Артикул 910-137. Так, этот карандашик, как-то бы тебя распечатать, маконька. Вот видите, как их пакуют? Вообще сложно их открыть. Но опять-таки сейчас это по правилам. Открывать нужно всегда. Почему? Потому что это так надо, в общем. Да. Вот. Немножко открыла. Значит, артикул 56-64. Карандаш вообще бомба. Мне нравится. Поэтому я прям выбрала его. Потому что это прям мой прямой цвет. Видите, какой хорошенький. Да, подальше, поближе вам покажу. Вот. Угу. Вот такой хорошенький оттеночек. Его много выкручивать нельзя, а то он у вас сломается. И хватит вам его ненадолго. Пенка для умывания. Боже мой, как мне было без нее плохо. Моя любимая пенка для умывания. Так, артикул 5807. Она идет с таким вот дозатором.
очень прикольная. И еще и плюсом ко всему она идет ухаживающая. То есть тут идет и технология с тремя уникальными компонентами для доставки кислорода и активации его использования каждой клетки для эффективного синтеза энергии. И также ведущие детоксиканты, витамин С, который очищает внутриклеточное пространство, как следствие поддерживает здоровую экологию кожи. Вот, превращает кислород в энергию. Она активизирует синтез коллагена и других белков, повышает тонус кожи, улучшает тон и рельеф, стирает следы стресса, омолаживает кожу. Вот такая вот красоточка. Пользуюсь ей очень давно. Вот. Такая нежная-нежная пенка, очень хорошо смывает. К сожалению, водостойкую нашу тушь она не смывает. Дезодорант для интимной гигиены, это в пояс, на обратный путь. 75 мл, артикул 16-28, убивает все неприятные запахи на повал. Это крем для ног, тонизирующий мамин, венотоник называется, артикул 17-33. Парочка пятновыводителей еще вот таких вот, с которыми не нужно замачивать, их нужно спреем прямо вот на пятнышко, они не раздражают ни кожу рук, ничего, да, то есть такие вот они немножечко пенятся, у них очень легкий аромат, классная штучка. Артикул 30-151, да, 30-151. Дальше такой вот крем-мыло для рук, ну понятно, как без него, артикул 79-71, с ароматом персика, мне понравилось, я заказала повторно, как вы видите, после VIP-новинок. Это карандаш-пятновыводитель. А он нам очень редко вообще бывает нужен, потому что спрей, вот этот вот замачивание, оно в принципе хорошо справляется. Но бывают такие пятна, которые только им. Но этот спрей может стереть, ой, не спрей, а карандаш, он может стереть и краску на ткани. Поэтому нужно быть осторожными, что-то стирает, что-то нет. То есть вы намачиваете, намазываете, ждете и потом кидаете в машинку, ну или стираете вручную, как мы весь месяц сейчас будем делать. Что-то сдаем, что-то не сдаем. Ну вот смотрите, я сдала белье. Мы поспали вот на этом белье, на этом порошке. И у меня вот там зачесалось, тут зачесалось, нога зачесалась еще. Вот все равно что-то есть такое, что вот раздражает. Потому что фосфатные порошки, они всегда будут, пусть и дешевые, но они вредные. Далее, биоосвежитель воздуха аквафтический. Ну, это, конечно, только мы поставим в туалет и все. Так, еще один пятновыводитель, еще один карандаш. Ну, они не весят ничего. Далее, это крем для тела, нам с мамой на двоих, муж отказывается, я этот крем вообще обожаю, да, можете поставить аннотацию, почитать это на ночь, 26.11, артикул, чтобы засыпать прямо, да, он мало того, что у него приятный яркий аромат, который мне нравится, он прям бьет в нос, он прям мощный такой аромат, прям воняет такой вкуснятиной, я не ошиблась, именно воняет, да, и плюс ко всему он содержит инконсулин, инсулированный мелатонин, благодаря которому проникает глубоко в кожу и телу говорит, все, ночь настала, пора спать, грубо говоря. Да, вот такой вот он красавчик. Покажу его консистенцию, этот яркий-яркий ароматик. Вот, очень хорошо впитывается, экономичный. Видите, он как маська, да, белеет немножечко, потом впитывается. И кожа после него мягкая, не липкая, ничего. В общем, он мне нравится так же, как океаном. И вот эта одна маленькая капелька воняет до ужаса на пол номера. Даже муж вот лежит тут рядом со мной на кровати, и то уже этот запах почувствовал. Вот такой вот он мощный, да, хотя до нас, Антон, метра три есть, да? Вот так вот, мгновенно за 3 метра. Так, запасной дезодорант для интимной гигиены, без них я вообще никуда не езжу, очень нравится. Наношу везде, даже вот на грудь, на живот, подмышки, везде наношу. Артикул 16-28. Парочка зубных паст, надеюсь, нам хватит. У Викуси иногда бывают бзики, но думаю, двух штук хватит. Артикул 24-41. Так, дневные прокладки, ну это уже на сами, на критические дни, артикул 12-89, штуки классные очень. Далее тушь для бровей, раз уж косметичку мы собрали и оставили на столе, ну вот приедем через месяц, уберем обратно в ящичек эту косметичку, как жалко вообще. Так, артикул 52-59, очень хорошая, да, штучка. Так, давайте я вам сюда вот тыкну, да, то есть он такой, видите, насыщенный коричневый, очень такой темный, приятный, высыхает, он остается такой же, не темнеет.
То есть такой вот очень хороший цвет. Мне прям вот я подсела. Почему я пользуюсь именно им? У нас есть бесцветный, конечно, гель. Но у меня уже ближе к 40 много седых волосиков. Вот. Хотя спасибо огромное за ваши комплименты. Мне безумно приятно, что я на 40 лет не выгляжу. Но все равно седые волосы лезут, никуда от них не денешься. Далее, это VIP-новинка. Как вы помните, уже не VIP-новинка, они уже давно в продаже. Вот это вот вся линеечка. А, это нам, мало ли кто что растянет. А вот этот вот крем для чувствительной кожи лица мне очень сильно понравился. Причем у меня было какое-то раздражение на лице. Обычно раздражение проходит долго. А тут я его нанесла, и у меня даже вот прыщик сильно нарывал. Он и то созрел и исчез буквально за пару дней. Я его даже утром не наносила. Я его наносила только на ночь. И всего лишь два раза. И у меня все раздражение, ребят, прошло. Что-то у меня было не так. То ли аллергия на что-то, то ли что, непонятно. Вот. В общем, рекомендую, попробуйте. Если у вас что-то не так с лицом, вы будете приятно удивлены. Артикул 0584. Слушайте, чувствует мое сердце, что я тоник забыла. Но я еще пару коробок не раскрывала. Далее, бальзам-растирка с сабельником. Запах, конечно, ох, какой неприятный. Но он безумно классно помогает. Все, что потянули мышцу, застреляло в спину, ну, конечно, защемление он не уберет, да, давайте будем честными, защемление это, конечно, к мануалу, но вот все симптомы чего-то там вот он снимает. Штука крутая, 1282, тоже идет в таком вот он тюбичке небольшом, да, с такой светленький кремчик, тут такая вот защитка идет, в общем, он идет, и после него применения, кстати, надо тщательно, очень тщательно помыть руки, прям рекомендуется, да, вот он такой, кремушка, запах, конечно, мощный, очень мощный, прям такой ментолово противный, ну, вот, наверное, этим сабельником пахнет, пошла я руки мыть. В общем, у него в составе идет экстракт сабельника, шалфея, эфирное масло и чайное дерево. Оказывает местное разогревающее действие. Греет, кстати, не слабо, но кожа у меня не покраснела с него ни разу. Вот, эффективен после интенсивной физической нагрузки, снимает напряжение и неприятные ощущения. В общем-то, все так. Вот, хорошая очень штука, мне нравится. 1282. Прям закажите, попробуйте, у кого есть проблемы. Вот даже мама у меня с утра встает, ноги болят, и она им мажется. Ну вот говорит, никаких недостатков, кроме запаха нет. Ну запах реально прям бьет нос. И вот это место, хотя я сразу же сходила, смыла, как нанесла, оно у меня, знаете, такое, вроде бы холодное сверху, но я чувствую тепло. Я чувствую тепло. И вот этим сабельником как раз таки, да, я смазываю свою коленку. Все вы знаете, что у меня перелом был ноги 20 лет назад, уже давным-давно. Даже 25 или 30 даже уже, наверное, уже 30 лет, я даже не помню, 25, вот, мне очень помогает, непогода какая-то тоже очень помогает, единственное, что мне муж говорит, уйди, не воняй, ну, там, правда, вонючка такая еще, прям, но помогает великолепно. Так, значит, 19.00, это гель для душа, меренга. Ну, на месяц я позаказывала, просто потыкала там разненьких, какие люблю. Поэтому в этом обзоре вы не найдете ничего, что я не люблю. Салфетки влажные. Так, я вам уже показывала. Ну, и дезодорант мужу. Что-то я, походу, себе дезодорант забыла заказать. Я переживаю, где тоник, где дезодорант. Что-то сейчас... Ну, сейчас еще будут коробочки, может быть, и найду. Так, артикул 0507 у дезодоранта Антохинова. Так, следующая коробочка. Ой, что-то тут прям половинка-половинка. Ура, гель для интимной гигиены вижу, дезодорант вижу. Ну, слава богу, все есть, что я уже запереживала. Думаю, что-то открываю коробка за коробкой, а мыться-то чем я буду? Думала, уже придется. Ну, вот, нашли заказ, значит, 8000 рублей, 8700 весь заказ там обошелся. Ну, на месяц нормально, нормально. Маловтилин на всякий случай, это для Викуськи, укусили, сгорело и так далее, штука очень классная, какое-либо раздражение, но я еще взяла на всякий случай, получается, детский крем, вот, значит, детский крем, он обычный, клевенький такой, артикул 16, 45, 75 миллилитров, а вот этот маловтилин, он, конечно, идет ближе уже к аптечной мази,
ближе к аптечной мази, потому что он действительно очень суперская штука, очень крутая штука от всего, артикул 7912. Вот где-то был список, мне его уже скидывали, мне уже помогали, и я его куда-то делаю опять, то ли у меня дочка с компьютера сидела, удалила, то ли что. Ребят, в комментариях на ютубе, прямо под этим роликом, как вы применяете малофтелин, расскажите, пожалуйста, потому что его закладывают даже в нос от насморка, и насморк проходит. В общем, там у него такой широкий спектр применения, да, то что... Поэтому, если у вас есть вот эта вот депеша, от чего он помогает, пожалуйста, помогите всем нам и всем моим подписчикам. Мы будем очень-очень признательны. Это обычный крем в тубе. Далее, концентрат против выпадения волос. Тут получается 6 штучек на 6 дней. Потому что, когда у меня идет акклиматизация, я уже поняла, что Вика температурит в акклиматизацию, а у меня начинают через пару недель сыпаться волосы. Поэтому я заранее делаю 6 дней подряд или после каждого мытья головы. Частенько бывает, что я ленюсь, каждый день не втираю, забываю, а он у меня стоит в ванной, и я голову помою, я его вижу и втираю. Он легкий, классный, волосы с него не жирнятся, в общем, все великолепно. 6 штучек по 5 мл, артикул 8350. Так, мамин крем ночной каскадного действия, она ничего с собой не взяла. Вот, заказ должен был прийти вчера, мы приехали в час ночи и должны были вчера забрать заказ. И вот мы уже 2 дня живем без всего. С одним гелем для подмывания у Викуськи. Тут еще было мыло какое-то, от которого безумно сушат руки. Знаете, вот эти маленькие такие одноразовые в отелях выдают. Боже упаси, таким мыло мыться. Вот, значит, мамин секрет маминой молодости 0,759. Очень крутая штука. Это ночной. Еще вот есть для мамы тоже матридженник, тоже 60+, мультикорректирующий крем для век, тоже классный. И еще где-то был дневной, ну, я думаю, попадется. Конечно же, стевии. Мы взяли с собой в поезд одну. Вот вчера пришла одна штучка, и сейчас еще 2. 4 штуки на месяц, на 2, я думаю, нам вполне хватит. Кофе мы любим пить, мы и кофеманы, и чаеманы, в общем, все-все-все пьем. Далее масочка, изредка можно ее делать. Ну, такой маски мне хватает раз на 6, на 8. Это только для меня, очищающая, особенно в период красных дней календарей, как мы любим смеяться, когда кожа особенно чувствительная, можно предупредить воспаление на лице. Артикул 04-67. Далее, гель пенка очищающая, это тоже для меня 04-66. Спрей для волос, несмываемый мист-кондиционер, восстанавливающий и увлажняющий. Артикул 78-76, он идет двухфазный. Его нужно вот так вот перемешивать, и он превращается в такой. Он несмываемый, то есть вы можете помыть голову, нанести потом бальзам, смыть бальзам, и потом вот этот вот, да. Этот только на корни волос не нужно наносить, его нужно наносить, ну, где-нибудь с середины до кончиков, то есть вот все такие вот места, которые... Далее, мамина мицеллярная вода, куда же она без нее, она ее очень любит. Биомика, артикул 1244. Дальше, значит, еще дезодорант мужа. Далее, бальзам для волос. Сыворотка, вернее, для волос, она уже идет не как спрей, а как маська, да, то есть вот такая вот Блондайка, наша любимая сыворотка, обалденная просто сыворотка, суперская сыворотка, но на одной же сыворотке не проживешь. Это пудинг для волос, маска такая, 24-82, нам очень понравилось. Спрей для легкого расчесывания головы, сейчас Викуську заплетаю я, дома заплетали няни, когда они работали, сейчас няни нет, заплетаю я. Артикул 23-46, поэтому он мне очень пригодится, он тоже идет такой двухфазный, клевый, классный. Тут какие-то есть немножко блестки, но их вообще на голове не видно, поэтому о них не стоит говорить. Так, на замену того, что мы измыли Викуськин гель для подмывания 0+, сколько лет им пользуемся, штука просто отличная, артикул 1644, наша линейка от эксперта 0+, просто обалденная штука, просто обалденная, ребята. Сколько у меня ее кто брал, кто покупал, все прям очень-очень довольны. Карандаш стик от натирания для ног.
Но он не только для ног. Можно им мазать места, где вот под мышками в жару натирается, внутренняя поверхность бедер, у кого натирается. Да, я очень знаю, что много людей страдают натиранием внутренней поверхности бедер. Очень много людей. Поэтому советую, испытала на практике. Ну, когда уже натрете, будет легче. Но лучше намазать тогда, когда вот вы чувствуете, что, блин, сейчас натрется. Особенно, когда вы идете и ширкаете, да, бедрами друг от друга, внутренней поверхностью, я имею в виду, солеными, да, солеными ногами, вот это вот не совсем хорошо для нежной белой кожи, и вот это вот прям глобальное спасение и обалденный комфорт, чтобы отпуск не был испорчен. Артикул 1695, по-моему, или 1895, нет, все-таки 1695. Он такой, знаете, как стик, как помада, выдвигается и мажете где нужно и когда хотите. Так, мой тоник Renovage, ура, 0779, буду ставить уже назад. Далее, увлажняющий гель для лица, это я себе, потому что жарко. Так, Мани, вот и Мамин дневной крем, 0758, тоже такой же, как весь матридженик, крем-лифтинг каскадного действия, который действует на 14 генов красоты. В общем, очень крутая штука. Вот вы спрашиваете, мама молодая, ну вот поэтому она и молодая. Ой, сейчас вы, наверное, над нами будете смеяться. Мы еще и детской зубной пастой зубы чистили, потому что мы взрослую зубную пасту забыли. У ребенка всю пасту исчистили практически. Да, утром. Я вот люблю 3 раза в день зубы чистить, потому что, ну, все равно уже возраст и запах, и все такое. А тут вообще, в общем. Ладно, артикул 1657. Пришла мой фаворит. Зубная паста для чувствительных зубов. Очень крутая штука. И она не ядреная. Вот кому это важно. Зубы чистить и ничего не сводит. Значит, бальзам растирка с пчелиным ядом 12,80. Вот сегодня ей буду спину мазать. Далее идет универсальный крем с аргинином. Это очень важная штука. Вот Викуська температурит. Я сейчас пойду ей вот этим делом лобик намажу. Он так хорошо охлаждает. Просто супер. Ей будет сразу легче. Можно мазать все. Вот ребенок стукнулся, побежал. Дабы, чтобы не было... Ну, упал, стукнулся, да? Дабы, чтобы не было шишки, потолще намазали. Полчаса мажете каждую минутку, по чуть-чуть намазываете, и никакой шишки на следующий день, синяка, и тем более не будет. Но если, конечно, один раз намазаться, понятно, он только боль снимет, ребенок перестает реветь просто, но нет. Так, это тоже гель для подмывания, дезодорант, а вот это 2710, очень крутая штука, шампунь для нейтрализации желтизны. После моря это просто палочка-выручалочка. После моря все волосы желтеют у всех блондинок. С этим шампунем никогда ничего не пожелтеет. Вот все просто великолепно. Далее, подмывалка, получается, гель для интимной гигиены для чувствительной кожи. Артикул 8722, взрослая. Далее, скраб. В прошлый раз не взяла скраб, говорю, какой скраб на отдыхе, но, если честно, скраба очень мне не хватало, какой-то жесткой мочалочки, ну, хотя бы не 2 раза в неделю, ну, хотя бы пару раз. Вот я думаю, нам с мамой хватит на 2, хотя бы, ну, на 4 раза его растянем, не будем сильно, конечно, но все равно хочется скрабика, хочется. Артикул 12.37, маска для волос. Пудинг 24.81, мыло детское для рук. Тоже взяли ополаскиватель для полости рта. Ну, это нам на всю толпу. Антон тоже любит ротик пополоскать после еды. А дальше вот это вот как раз двухфазное средство для снятия макияжа с глаз, которое смывает нашу водостойкую тушь. То есть его нужно также, видите, оно двухфазное, его также нужно перемешать на ватный диск и смывается хорошо. Помните, как-то в обзоре я вам рассказывала, что у меня было сильное раздражение на глаза из-за него. А сейчас этого раздражения нет. Скорее всего, что-то поменяли, какую-то формулу поменяли. Но, в общем-то, проблем у меня не стало. Еще пару здоровенных гелей. Так, кстати, зеленое, яблоко и мята. Обалденный аромат. Очень приятный. Мне нравится такой аромат. Прям балдею. И он, кстати, унисекс, мне кажется. Потому что яблоко, это же яблоко. Так, и фиалка, и мелисса. Антистресс. Ой, тоже не могу, очень-очень приятно, вкусно. Ну и гельчик для душа. Ну и та-дам-да-дам, сейчас будет 3-я коробка. Я прошу прощения, это была, это 4-я коробка, не 3-я. Я уже счету сбилась, сколько я заказывала. Значит, новый каталог, да, будут новые шампуни, обновленная, улучшенная линеечка будет, да.
Ну, прям шикарно. И, ребята, я так рада. Ну, во-первых, футболки. Тут вот конкурс, обратите внимание. Вот такие вот классные будут костюмы женские. Просто супер. Но больше всего я радуюсь. Вы не поверите чему. Это наша новая линеечка. Вот, кстати, ланчбокс малиновые мишки, который мне очень понравился. Да, домашняя одежда, которая прям мне очень-очень понравилась. Больше всего, конечно, я рада мужской коллекции одежды. Ее тут нету в полном ассортименте, но сколько-то я ее тут видела, да. То есть шляпки вот тут появляются, пончо, это женская одежда и вот мужская. Да-дам-да-дам, ребят, все будем перемерять, все будем заказывать, все до единого. И то, что не подойдет Антону, просто подойдет моему папе или подойдет моему свекру. Поэтому прям все буду заказывать. Но вот эта красная коллекция, это, конечно, свекр. Он любит такие цвета. Полосатики вот эти вот все, это мой папа. Он тоже любит такие полосатики цвета. А муж вот у меня, вот он это любит. Всякие штуки-дрюки. Смотрите, какие курточки тут будут. В общем, мне понравилось, вот это вот белое, особенно вот ее хочется, прям такая крупная красивая вязка, бежевая тоже красивая вязка. В общем, ждем новую коллекцию, сниму прям все, и цена нормальная, цена для свитера 3000 рублей, да, вот, например, вот этот свитер, да, с крупной вязкой, но минус 20% для нас, как для консультантов. Это в итоге получается не 3000, а 2400, потому что минус 600 рублей, да? Ну, тут мили-мили копейки я, конечно, не считаю, округляю, но все равно здорово. В общем, классно, классно, я прям довольна. Очень-очень довольна. Хотелось мне снять обзор на новый каталог одежды Бурматиков, потому что вообще дать его посмотреть тут всем, да? То есть вот специально заказала с собой на интенсив. Тут 10 мамочек и 10 папочек или бабушек, поэтому круто. Так, ну что ж, пойдемте смотреть то, чего у меня еще нету. Так, значит, кофе это я заказала в подарок, мои хорошие. Это уже не себе, это в подарок нашим воспитателям. Я очень люблю дарить подарки, поэтому вот так вот здорово. Дальше, так, это чеки. Моя любимая маска на всю жиру. Далее, мало ли что, помыть ванну или еще что-то. Мы моем этим средством тут. 112,53. Остатки, конечно, мы не будем с собой уже забирать. Так, ух ты, а вот эта ошибка была. Ну, ничего страшного. Немножко. Так, биосвежитель воздуха аквафтический. 109,01 артикул. Ну и, конечно же, салфетки. Мы любим все мы салфетками, поэтому заказали. Гель для бритья заказали. Ура! Дезодорант! Ура! Значит, дезодорант 86,48. Дезодорантик у нас идет. Далее шприц от морщин. Очень крутой, очень крутой. Один мне, кстати, один маме. 12,47 артикул. А, вот он, концентрат против выпадения волос. Я все задавала себе вопрос, весь обзор, почему один. Вот он второй. Да, вот он второй. Ну и все, тут особо ничего нет. Второй дезодорант, это маме, конечно же. И бальзам питания и защита света. Тоже обалденнейший бальзам. Прям рекомендую попробовать. Он еще идет с таким, знаете, охлаждающим, очень приятным эффектом. Артикул 77,68. Ну и что еще я забыла вам показать. Значит, это у нас идет... А, там еще декоративная косметика. Все, сейчас буду паузу ставить. Так, значит, вот тут моя косметика. Но, во-первых, хочется показать концентрированный гель для мытья посуды «Ароматное яблоко». Что-то вот я решила его заказать. Мне кажется, что пробника будет нам маловато. Я решила заказать полную версию. Если что, оставлю тут. Артикул 30,094. Далее, конечно же, гель для унитаза 30,293. И, ребят, очень понравился шампунь. Вот попробуйте. Волосы действительно классные с него. Хотя мне не понравился очищающий вот этот вот уход. Но вот. И вот этот шампунь, он идет... как идет с лотоса, у него, во-первых, классный аромат, он очень хорошо пенится, и он, получается, очень много содержит полезных микроэлементов и свойств. И очень хорошо очищает, восстанавливает волосы, возвращает им здоровый вид. Безумно понравился шампунька. Он такой светленький, жемчужный, приятненький, хорошенький. В общем, нареканий к нему никаких нету. И запах просто такой, знаете, обалденной свежести. Так, далее давайте с вами будем
выделать самое-самое классное. Ага, вот и он. Концентрат для чувствительной кожи. Тоже штука классная. Хорошо работает вместе с кремом для чувствительной кожи. 0,5-85 артикул. Далее, конечно же, мои любимые тени. Целебрайзинг, мейк ап. Я без них сказала, никуда не пойду мужу. Не буду заказывать. У меня просто дома уже есть одна штучка в запасниках, одна недокрашена, одна в запасниках, и я не могу. Особенно вот эти вот три оттенка, они прям у меня в сердце. Это просто невероятный красивый макияж получается, женственный, нежный, многогранный. Даже просто одним оттенком просто безумная красота. Обожаю их. Артикул 5808, приходит в такой коробочке, можно и на подарочек их дарить. Просто прям не могу, как они мне нравятся. Далее кисточки для нанесения макияжа обязательно. Губка еще одна. Ой, да господи, мочалка. Я ее всю губкой называю. Артикул 910-111. Значит, вот еще такая кисточка для пудры. Кисточка для нанесения тона. Это у меня пинцет, потому что все, почти все забыли. И кистка Вуки. Я решила, что мне хватит. Конечно, кистей я люблю, чтобы было много, но что поделаешь, что уже есть. Значит, 910-139 кистка Вуки. Она просто крутая. Так, пинцет идет с артикулом 95-76. Так, для тонального крема 910-136, для пудры 910-135 и для растушевки теней 910-134. Дальше у нас с вами получается вот такие вот бальзамы восстанавливающие, Blond Icon. Очень крутая штука, после осветляющего шампуня закрыть, да, вот эти вот для шампуня нейтрализации желтизны закрыть чешуйки вот этим вот бальзамом восстанавливающим. Очень классный бальзам, прям на уровне. Артикул 2710. Так, дезодорант. Так, это я вам показывала. Вот еще душа моя по это не выдержала, заказала, получается, для получения, матирующий праймер для лица. В жару самое то. У нас был ветер, все, но вот все люди ходят до сих пор еще в купальниках с надувными кругами тут и так далее, с полотенцами, все еще купаются, поэтому мы надеемся, что Вика дня за 2-3 выздоровеет, и мы пойдем купаться. Очень-очень жду. Скоро обещают жару 28 градусов, 3 дня подряд она будет стоять, вот очень ждем. Значит, матирующий праймер 30 мл, артикул 65-24. Также заказала такую вот помадушку 40-947. Это стойкая помада. Ура! Я угадала. Я не помнила, какой я заказываю, но это прям мой любимый тон. Прям мой-мой-прямой. Универсальный. Он нисколько не лежит, нисколько абсолютно. Прям самый классный. Хватит мне одной помады тут на месяц. Бог с ним уже. Самое главное, что я с тоном угадала. В каталоге 40-947. Обалденная стойкая помада, можно пить, кушать и практически ее не поправлять. Дальше 63-34 артикул. Это идет такая вот, получается, палетка для скульптурирования лица. Да, тут, как вы видите, три оттеночка. Вот, кстати, кисточку я не заказала под нее, но ничего страшного, можно и без кисточки обойтись, просто спонжечка. Далее, вот такой вот кислородный бальзам, это тоже от ожогов, от укусов комаров, от всего тоже очень хорошо помогает. Грубо говоря, аптечка дома, 5806. Так, тональный крем, конечно же, буду надеяться, Теотрю. Я заказала, он идет антибактериальный, во-первых, успокаивает кожу, если есть какие-то прыщики, раздражения. Во-вторых, он идет еще матирующий для жирной кожи. Ну да, тоже угадала с тоном, слава богу. Значит, тон тут идет 66-61, 3/6-1. Тоже тон просто великолепный. У него и аромат такой, знаете, приятный, какого-то чайного дерева, что-то типа этого, ароматик. Далее, вот такая кисть для бровей. Отдельно ничего для бровей, кроме карандаша, я не взяла, потому что вот этой палеткой очень легко делать макияж бровей, вот этой палеткой, этой кисточкой. Поэтому я решила, что излишне что-то еще себя нагружать, ведь это потом тащить назад. Очень красивая матовая палетка, и вот эти вот два оттеночка великолепно делают брови, просто великолепно.
даже где-то бы побольше света взять, да? Вот. Офигенная пигментация, матовый финиш, очень хорошие тени, классные, клевые, красивые, безумно-безумно приятные. Мне не понравились шелковистые, не скатываются, не исчезают. Кисть для бровей, получается артикул 910-131. Ну вот, в принципе, и все из декоративной косметики, с моей косметичкой дома. Так, это у нас идет, хайлайтер Ди Портофино. Я хотела бронзер заказать, в общем, тоже не то тыкнула, потому что я делала, у нас была 7 минут остановка, я выскочила на улицу, очень быстро делала заказ, перепутала, но хайлайтер тоже штука нужная, хотя бы он у меня есть. В общем, бог с ним. Можно сделать самим бронзер, если вы вот этого вот хайлайтера немножечко зацепите и потом перемешаете со скульптором, и все отлично, тот же самый хайлайтер получается, поэтому вообще никаких проблем нету. Далее это у нас с блюр эффектом пудра. Вот так и выясняется, что мне больше нравится. Кстати, я очень не пожалела, что я ее купила повторно, потому что там у меня скоро закончится. Слава богу, хоть запасников не будет. Отличный просто блюр эффект. Суперская просто пудра. Матовая, матовый финиш у нее. И она действительно разглаживает кожу. Так, артикул у нее 64-59. У нее единый тон. Нету никаких тонов. И этот тон мне подошел. Ну и последнее, это подводка, получается 57-91, вот такая вот подводочка, обычная черная, можно, конечно, тоненько ее подводить, да, как вам захочется, вот, я просто показала. Она идет что-то типа стойкой, но не водостойкой, она не водостойкая, но стойкая, хорошая очень подводочка, мне нравится, я другими подводками не умею пользоваться, только вот этой у меня получается хорошо. Вот так-то вот. Далее, конечно же, бальзам для кожи губ. Артикул 45-70. Это в основном мужу, потому что у него часто сохнут губки. Мужу и Викусику. Так, это у нас дезодорант. Ну, вроде бы все показала. Вроде... А, вот еще я для души Викусики не показала, да? А это кофе на подарочек, как новинка. Ну, и увлажняющий гель для лица. В общем, вот такие вот огромные, здоровенные 4 коробки товаров. С вами была Комнова Аня. Спасибо вам за внимание. И, конечно, низкий поклон за понимание. Я понимаю, что это некрасиво, но пока я не могу. Вот лучших условий нет у меня, к сожалению. Всем пока-пока-пока. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Мне было очень приятно. Если вы досмотрели до конца, обязательно поставьте плюсик в комментариях, чтобы я знала, что есть люди, которые смотрят более получасовые обзоры мои.